всем привет, дорогие друзья, на канале Альфа. И сегодня, ребята, хочу поиграть в игру под названием Brawl Stars. И сегодня, ребята, решу разбавить такой контент на своем канале. Начну все-таки снимать под новогоднее видео. Да. Вот, ребята, сегодня будем играть на вот таком, на моем втором аккаунте Мистер Альфа. На вот таком динамайке. Да, новогодний скин Динамайка, как вы можете видеть, да. Недавно его купил. Да, недавно. Ну, на самом деле, ребят, честно, то недавно, да. Нет. Сразу я не мог снимать, потому что был занят, все такое в этом духе. Так что снимаю вот так вот. Ага. Да. Скоро Новый год, поэтому нужно что-то снимать, типа такого. Оу, oh май. Короче, надеюсь, вы поняли, да? Нет. Ну, давайте не будем тянуть. Вот, ребята, в комнате прошу о видео. Итак, ребят, все, думаю, вы рассмотрели, так что погнали играть. Поехали. Так, ну, сейчас мы поиграем одиночное столкновение, как обычно. Ну, и давайте, ребят, также поставим лайк, подпишемся на мой канал и нажмем на колокольчик, потому что тогда будет уходить видео еще гораздо чаще. Ну, в принципе, я и так их часто выпускаю, вижу, что некоторые не успевают лайки ставить, поэтому они не смотрят. Я знаю, это моя ошибка, так что я и постараюсь как-то, ну, не знаю, исправить, что ли, так сказать. Пореже снимать, на чуть-чуть, что ли. Не знаю, посмотрим там как-то. Так, почти убили Брока, но я не убил. Поэтому так. Так. Я вам не показал остальные свои скины Динамайка. На самом деле их у меня нет. Ну, я хотел показать силу там Динамайка. Вроде так показал, но сам не обратил внимания на нее. Так, Брок, уйди. Я знаю, что ты думаешь, что я там, но меня там нет. Дружище, меня там нет. Ты заколебал. Уходи. Отлично. Так. Что еще, ребят, хотел сказать? Ну, еще, ребят, думаю, пока что, наверное, но это не точно, еще буду сам снимать. Ё-моё, интернет, нет, прошу, интернет, не надо, не шали. Отлично. Убиваем? Да, убиваем. Мы не убиваем, ничего мы не убиваем. Да ну интернет, ну не нужно же мне так. Да... Шелли, не пугай меня. Так, интернет у меня еще тот сказочник. Сказочный интернет. Отвечаю вам. Так, а что с ним так делаем? Вот, попали, отлично. Хочу ульту, чуть-чуть ты осталось, чуть-чуть до ульты, давай. Давай. Шелли, тебе нужно подохнуть, понимаешь? Тебе нет смысла на этой катке быть. Блин, где его? Нет, если сейчас... Думал, что он сюда побежит. Не нужно, пожалуйста. Интернет. Интернет сказочный. Нет. Давайте хотя бы третье место, я вас умоляю. Не четвертое, только не четвертое. Прошу, интернет, не надо. Так, все. Ребята, это уже не смешно. Это уже никакие ворота не лезет. Убейте этого буляку или когда. Буль. Буль. Все, сдохни, отлично. Ну все, ребят, можно, в принципе, отдыхать спокойной душой. Но я буду до последнего драться, правильно? Я же могу. Вот именно все. И вот так мы забираем первое наше, мать твою, второе место. Второе место. Да. Ну ничего, ребят. Зато мы попытались хотя бы. Так, погнали еще последнюю катку вот здесь. И мы пойдем, наверное, все-таки в какое-то. Короче, в какое-то событие. Я не смотрел их. Я сразу вижу, что столкновение у меня стоит. И это отлично. Так, 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 так. Я не понял. Кого Лешего лагает? Какого лешего? Я не понял. Не лагай мне тут. Я тут как бы катку записываю видео на YouTube, на Рутуб. А вы мне тут катку портите. Портите! Портите! Не надо портить! Ай! Нет! Испортил! Мне Спраут запорол эту катку. Я его ненавижу. Да. Поэтому мы идем в какое-то там событие. Давайте, допустим... Брау-боу, нет Брау-боу, то есть кража подарков. Погнали, я там давно не играл. Вроде я знаю, там подарки нужно перетаскивать. Я точно не помню, да, вот. Стащить подарки, как бы, два вроде. Тогда побеждаешь, точно не помню. Может быть, что-то изменилось, посмотрим. Ну что, погнали, мы уже погнали давно. Так, ой, я вижу там такие нехорошие существа идут. И они идут к нам, и это меня бесит. Дружище, ты не офигел ли? Отлично, просто играем. О, подарок, 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 подарок. Подарок, подарок. Что я скажу? Подарок. Ребята, это мне... Офигеть просто. 20%.
Отлично. Супер. Видео нормально не сниму, да? Да, телефон. Так. Так. Давай. Давай. Тащим, тащим. Тащим подарки. Да ё-моё. Давай. Твою же дивизию не успел. Сенсор. Ну, на самом деле, я немного того. На самом деле, я не нажал. Просто... Нет. Да ё-моё. Ну, ребята, ну это уже не смешно. Появляйтесь. Да всё, я нуб. Да, ребята, здесь полный нубяра. Я не умею играть. Да всё, я сдался. Я сдаюсь. Мне некуда бежать, я проигрываю. Забирайте подарок, я даже не буду сопротивляться. Мне вообще просто все равно. Не просто все равно, ребята. Можете забирать подарок, можете уносить куда хотите. Мне вообще по барабану как-то так все забирайте, да? Все отлично. Так, это уже не смешно. Он должен выиграть. Хотя бы занять первое место в одиночном столкновении. Давайте, ребят, погнали сюда. Так, все. Если я буду закрывать микрофон, извиняйте, все, погнали. Так. А я не понял, ворон, что ты там забыл? Ну иди. Так. Нет, ребята, меня это бесит. Ворон. Ну, половина ульты, можно сказать, у нас уже есть, но она и так есть. Так, я не понял. Там еще один ворон. Этот ворон нифига не АФК. Так, ребята, меня это бесит, он за мной бежит. Это страшно, страшно. Сочувствую тем, кто там. Отлично, просто супер. Просто супер, мы ворону помогли. Да еще сами сейчас сдохнем. Будет вообще круто, будет вообще круто. Нет, не круто, мы не сдохли. Так. Идем сюда. Похилимся еще. Все отлично, забираем. Не понял, мы забираем, да или нет? Ну да, забираем. Так, осталось бойцов 5, это меня уже непременно радует, поэтому мы идем сюда. Давайте, давайте, ребята. Вот, ребята, сейчас я играю на iPhone 5s. У меня маленький экран здесь, короче, ребята. Когда я прямо смотрю в него, вот так, в центр, мне кажется, что он у меня огромный. Понимаете? Но на самом деле этот телефон не особо такой большой. Нет, не надо. Ё-моё, не надо меня бить. Не бейте меня. Не бейте меня. Не бейте. Отлично. Давайте замудохаем эту Джеки Чану. Все отлично. Супер. Ну, у нас тоже сейчас замудохает, походу. А то мудохает еще как. Да ё-моё. Плюс 5. Да? Плюс 4. Офигеть. Ну, это вообще просто круто. Да, вообще круто. Просто отлично. Отлично. Просто круто. Так. Раз. Два. Давай. Три. Три. Давай. Ребята, давайте, забираем. Забираем наш ящик. Все. Супер. Тик, давай только без этого. Мне тут, да? Давай без этого. Ну, а без этого, Тик. Ты же мне... Давай. Накопи ульту на мне. Еще будет вообще просто круто. Да, накопи сколько хочешь. Тик. Сейчас будет у меня 10%, чувствую скоро. Хау. Чё? Не надо не улетать. Нет, не надо. Да ну, блядь. Да, ребята, что за хрень? Что за хрень? Ребята, сейчас я бомбанул тупо, да? Погнали бой с боссом. Всё равно, погнали. Погнали бой с боссом. Хотя я с молокососом не пойду. Пойду в Brawl Ball. Мне скучно там будет в том бою с боссом. Ну, в принципе, как и всегда, мы сейчас тупо проиграем. И карта здесь неподходящая для Динамайка, чувствую. Ну, как-то неподходящая. Это она карта для дальника все-таки, я вижу. Не вижу, что Динамайк вообще здесь не катит никак. Поэтому вот так. Как мы забивать будем, я не знаю. Ну, забивать-то и не я буду, конечно. Но все равно мой тиммейт. Но как он будет это делать? Ну, вот именно никак. Поэтому он не забил. Так, давайте. Раз, два, три. Отлично. Теперь смотрите, как делаем. Вот так где... Ты тупая, Нита. Нафига ты мне отдала мяч? Ну, скажи, пожалуйста. Не так хотим сделать, ребята. Она мне все испортила. Все испортила. Короче, сейчас мы поломаем коробки. Коробки или коробки. Короче, поломаем сейчас, да? Ломаем стекло нафиг. И
Забиваем мяч, но это не, невозможно. Давайте, пум. Так, все, уйди. Уйди, плохой мишка. Так, все, ребята, включаем профессионала и погнали, думаю. Давайте забиваем мяч, ребята. Давайте не ссым, где мяч забиваем? Давайте, только я же не буду забивать, правильно? Правильно, зачем тут я? Я только ломаю, всех убиваю, ну а вы забиваете мячи, мячи. Арбузики, блин. И, короче, мы побеждаем. Да, побеждаем, только не с моим скиллом. Да ты заколебал! Я тупой. Йоу! Тут я появляюсь первый, да? Ну, супер просто. Супер, супер. Нет, не буду ульту тратить. Вот так сделаю. Так, я уже Эмс убил, считайте. Ну, уже убил. Отлично. Да ё-моё! Броуболи я и тот еще тащер, ребята. Точнее, я бы не сказал, но не хочу говорить. Да короче, ребята, все, мы проиграли. Все понятное дело. Катка слита, да все. Да, ребята, что мы сделаем? Ничего не сделаем. Наша команда просто отлично играет, вообще. Та интернет еще просто... Что это было? И нет, я ж не я это... Не один я это видел, правильно? Короче, мне сейчас показалось, что здесь экран смерти нет. Экран, короче, Brawl Stars, заставки там, ну все такое. Короче, вы поняли. Разбавим наши, короче, проигрыши одной каткой в ШД одиночной. Да. Погнали. В соло. Погнали, давай. Одну катку в этой ШДшке. И мы заканчиваем данный видос. Да. Так, все, играем нормально. Хватит выделываться. О, чувствую, меня сейчас будет лагать знатно еще, ребят. Как. Как все запущено. Так, ну ты можешь меня не бить? Да не бей меня. Динамайк, ты мне. Ты мне это отдаешь, да? Спасибо, конечно, но я тебя не против бы убить. Я не убил тебя. Ты меня бесишь, Пайпер. Тебе нужно подохнуть немедленно. О, на месте Пайпера бы я уже давно убил бы Динамайка. Но Пайпер тупая, поэтому. А пытается только сейчас это сделать. А зря ты только сейчас пытаешься сделать. Дай смотри. Оп. Что ты сделаешь? Что ты меня? Ничегошеньки ты мне не сделаешь. Ё-моё. Я живой. Ребята, я живой. Поздравьте меня. Поздравьте. Я должен сейчас убить этого Динамайкуса. Сайкуса. Блин, я бы и с радостью вот этот коктейль забрал бы. Ну вы же понимаете, если я пойду его заберу, то там набежит какая-то хрень на меня и убьет. Мне этого не надо, поэтому так. На майка, понимаешь, тебе уже нету смысла здесь. Вот так вот тебя. Нет! Мы его убили, но мы тоже сдохли. Все, третье место. Все равно. 530 кубков. Все равно. Ладно, ребят, все, ставьте лайки. Спасибо большое, кто смотрел данный видеоролик. Всем пока. До новых видео, ребят. Пока!